Ну что ж, доброе утро, дорогие мои друзья. Сегодня мы продолжаем с вами школу для родителей. И сегодня у нас третье занятие. И мы с вами сегодня будем рассматривать такую тему, как истоки детской неблагодарности. Что такое детская неблагодарность? И откуда она появляется? И что нам, как родителям, делать для того, чтобы воспитать благодарного ребенка, а не эгоиста. Очень часто в жизни мы сталкиваемся с таким понятием, как неблагодарность. Неблагодарность это самое неблагодарность это самое гнусное, но вместе с тем самое обыкновенное и самое исконное. Это неблагодарность детей к родителям. То есть это как в порядке вещей. Неблагодарность всегда сначала незаметна. Родители, мы как родители всегда хотим, чтобы наши усилия, чтобы наши забота наша, то, что мы отдаем ребенку, чтобы потом мы могли получить хорошие отношения, добрые отношения, любовь детей к нам. Но очень часто мы сталкиваемся с детской неблагодарностью. И Люк Ван Энарк сказал, что это самое исконное, то есть это происходило и это происходит. И давайте мы с вами разберемся, что мы можем сделать, чтобы детская неблагодарность не была в наших семьях, не была у наших детей. Давайте мы с вами рассмотрим такое понятие, как материнская любовь. С самого детства, с самого рождения ребенка мы окутываем ребенка материнской любовью. И давайте мы с вами подумаем, вот какие эпитеты можно применить к понятию материнская любовь. Ну, вот как вы думаете, напишите мне, что вы думаете, какие эпитеты можно к материнской любви применить. Ну, я, например, предлагаю, или я думаю, что это такие, как жертвенная любовь, это такая, как безграничная любовь, это святая любовь, какая еще? Всепоглощающая любовь, потому что мама, если любит, то мама любит от всего сердца и делает все для ребенка, для своего, она жертвенная, она жертвует всем. Очень часто ради ребенка мы жертвуем всем. И мы можем даже жить с мужьями-тиранами, мы можем жертвовать своей карьерой ради детей. Вы знаете, у меня в жизни, в моей семье тоже было так. У моей мамы, у моих родителей нас трое. И отец, ну, я могу сказать, что он действительно был тираном, потому что он очень сильно избивал мою маму, он пил. Но до самого того времени, пока мы все не выучились, и пока мы все не женились, не вышли замуж, у меня брат и еще сестра есть, мама жила постоянно с отцом, она все терпела. Мы, дети, часто, я помню, как мы спрашивали ее, мам, почему ты живешь, почему ты не разведешься? Она всегда говорила, у вас должен быть мама и папа. И вы знаете, я сейчас вот вспоминаю и думаю, что, наверное, вот эта ее жертвенность привела к тому, что мы все-таки, несмотря на то, что отец не так относился, мы его все равно любили. Отца уже нет в живых, а мама еще жива, но
И я вот, например, просто с благодарностью всегда вспоминаю и отца, и мать, потому что ко мне, к ребенку, он относился хорошо. Он мог к маме относиться плохо, но к нам, к детям, он все равно относился хорошо. И мама вот своей жертвенностью, это была ее жертва, потому что она все терпела ради нас, ради детей. И часто родители получают благодарность, но очень часто дети считают это как нужное, и очень часто в конце, ну, впоследствии они неблагодарны, они холодны, они отчужденные от родителей, и не спешат оказывать помощь родителям, не спешат их отблагодарить чем-то, когда настало, ну, трудное время для родителей. В детстве мы все знаем, да, что мамы нас, мы как мамы всегда водим своих детей на какие-то кружки, на танцы, на музыку, на рисование. Мы можем даже возить их в другой конец города. Мы, ну, делаем все ради того, чтобы будущее нашего ребенка было хорошим. Но очень часто взамен получаем отвержение, непонимание, неблагодарность. Очень часто можно встретить такие слова, ну, я во всяком случае встречаю, может быть, и вы, когда говорят: «Я все для своего ребенка сделала, а он неблагодарный», или «Все, что у меня есть, я все отдаю своему ребенку», или мамы, родители говорят: «Я даю ребенку то, что я когда-то и мечтать о таком не могла или не мог». И, в принципе, родители не ждут от ребенка, чтобы он каждый день им говорил, что «спасибо, вы столько много для меня сделали», или они ждут, что дети будут каждый день говорить, что «я в своей жизни всем обязан вам». Может, наверное, родители, скорее всего, печалятся от того, что не понимают, не получают от ребенка того внимания, того тепла, на которое они надеются потом, которое они вложили, потому что они вложили в ребенка тепло, понимание, любовь, заботу, и им потом хочется, чтобы хоть немножко это пришло. Я еще хочу, ну, привести вот такой, ну, самый простой пример. Есть семья, мама и двое сыновей. Дети, ну, в принципе, подростки, 16 и 10 лет. И мама воспитывает сыновей одна. Она, вот как мы говорим, она жертвует всем ради своих детей. Она им все отдает. Она покупает им то, что, ну, то, что они просят, то, что они сначала просят, а потом уже и требуют. Когда ребята пошли в школу, увидели, что у друзей есть компьютеры. И они тоже захотели компьютер. И мама пошла на вторую работу для того, чтобы подкопить денег и чтобы купить этот компьютер. Но когда дети получили его, ну, взамен они даже не заметили, что мама еще тяжелее стала работать. Они не заметили, что мама стала больше уставать. Дома они не помогали маме, потому что, ну, считали, что все должна делать она. И, конечно, маме хочется, чтобы дети участвовали в этом, чтобы дети тоже принимали в этом участие. И представьте себе, что мама от работы, от усталости слегла в больницу.
Но за 2 недели, которые она лежала в больнице, дети всего лишь 2 раза пришли, и то они все внимание на себя. Я играю в какую-то игру, я делаю то-то, я делаю то-то, даже не поинтересовались, мама, что у тебя, мама, как, потому что, ну, в принципе, 16 лет это уже довольно взрослый ребенок, который должен не только о себе, правда, заботиться, а мог бы и спросить, ну, мама, как ты себя чувствуешь, как у тебя, чем тебе помочь, мы справляемся, то есть мама ожидала хоть какой-то благодарности. И, конечно, это встречается, ну, очень часто в нашей жизни. Очень часто к психологам приходят пожилые родители, которые рассказывают, как их дети забывают ну, то добро, которое они сделали для них. И родители понимают, что это, в принципе, они виноваты в том, что вовремя не смогли привить детям благодарность, что не смогли вовремя исправить такой вот порог, как неблагодарность. Ну вот, например, есть примеры. Как психологу пришла женщина, которая ей 53 года, но ее, ну, она осталась практически на улице. Очень много лет она уехала работать за границу для того, чтобы обеспечить детям ну, жизнь свою. И вы знаете, что очень многие сейчас и раньше, и сейчас очень многие уезжают на заработки за границу. И все для чего? Для детей. Нам кажется, что мы зарабатываем для того, чтобы детей поддержать, воспитать. А на самом деле, ну вот как эта женщина, когда она оказалась уже, ну, приехала, и когда оказалась дома, ей оказалось, что негде жить, потому что дочери не захотели с ней жить, дочери вышли замуж, у них свои семьи, и она оказалась без квартиры на улице. То есть всю жизнь мама работала для детей, а когда пришла очередь, чтобы ей что-то дать, то дочери оказались неблагодарными и просто выгнали ее на улицу. И сейчас очень много таких есть историй, есть таких моментов, когда это еще хорошо, что отдают родителей куда-то там в дом престарелых, а их вообще просто выгоняют на улицу. Это, ну, это жестоко, это эгоизм очень большой. И, к сожалению, в нашем обществе это случается, это есть. Нужно учить ребенка с самого детства ценить родителей, а не просто отдавать всего себя, когда мы воспитываем ребенка, то есть не просто отдавать себя. Что же такое неблагодарное поколение? Неблагодарность дочь гордости и один из величайших грехов, какие только существуют на свете. Неблагодарность – это отсутствие признательности, это проявление неприязненности к тому человеку, который оказал нам добро или услугу. Это ведет к эгоизму. То есть, когда человек принимает добро, которое ему делают, как должное, тогда человек становится неблагодарным и эгоистом. Эгоизм – это когда человек мыслит только о собственной пользе, когда человек мыслит только о себе, когда он ставит свои интересы выше интереса другого человека. И очень часто это проявляется по отношению к родителям. Дети очень часто принимают все
просто как должное, что родители должны одевать меня, родители должны покупать модные вещи, родители должны покупать крутой телефон, компьютер. И если мама или папа не могут этого позволить, то дети обижаются, упрекают родителей. Я могу вам привести вот такую статистику, что среди школьников 9-13 лет в киевских школах было проведено анонимное анкетирование. И им задавали такие три вопроса. Помогают ли они дома родителям? Говорят ли они дома родителям спасибо за то, что их кормят, обувают, одевают, дают образование, помогают? И третий вопрос. Интересуются ли дети нуждами своих родителей? И из 100 детей, которых опрашивали, 12 человек ответили на два вопроса. 23 человека ответили на один вопрос. И только 5 человек ответили на три вопроса. Представляете, всего 5% детей, которые ответили на все три вопроса, что они помогают родителям, что они интересуются нуждами родителей, и что они благодарны родителям за то, что родители их одевают, кормят и помогают. К сожалению, большинство ответов были отрицательными. То есть дети даже не понимают и вообще не имеют понятия, что такое благодарность и что такое признательность родителям. То есть они совершенно не ценят своих родителей. И почему-то уже с детства закладывается такое понятие, что родители это просто как прислуги, это как такие чародеи по восполнению всех желаний ребенка. И я уже говорила, что часто это все принимается как просто как должное. И с детства, если ребенок не научится благодарить родителей, ценить старания родителей, то потом, когда ребенок вырастает, ему будет очень тяжело в жизни. Он будет прожинать очень горькую жизнь и другие такие горькие последствия, тяжелые последствия от этого неправильного поведения, от неправильного понимания жизни. Что же такое неумение благодарить? Неумение благодарить, это как мы уже с вами говорили, это принимать как должное. И последствия того, что человек не умеет благодарить, это порождает потом воровство, преступность, эгоизм, использование людей. Человек просто не ценит старания тех людей, которые его окружают. Если ребенок растет в семье, где мама и папа, где мама и папа, где хорошие условия, где есть комфорт, да, то в принципе мы можем сказать, что это есть начало крушения, если мы не будем ребенку воспитывать, что это не как должное, а научить его благодарить. Вот смотрите, например, ребенок живет в нормальной семье, да, и очень часто приходит, например, бабушка с дедушкой. И если принесли какой-то подарок ребенку, обычно, когда бабушки и дедушки приходят, всегда приносят подарки. И сегодня вот я встречалась, когда дарят подарок, и ребенок вместо того, чтобы сказать спасибо, говорит: «Ой, я не такую машинку хотел», или «Ой, эта кукла у меня уже есть».
То есть, если мы не будем ребенка поправлять, если мы не будем учить его благодарить за самое малое, то из ребенка уже начнет формироваться эгоизм. То есть он не благодарит за то, что ему принесли, или там я такую конфету не ем. Нужно научить ребенка благодарить за самое-самое малое. Потому что такой ребенок, который не умеет видеть малое и не благодарит, он начинает быть эгоистом, он начинает видеть только то, что ему приятно. Он не думает о том, что, может быть, бабушка купила эту машинку, что ей тяжело, что у нее пенсия там маленькая, или, может быть, она просто хотела сделать приятное, и нужно было просто увидеть ее доброе сердце, а не тот подарок, который они принесли. Если такой ребенок идет в школу, он тоже будет видеть, что ему, например, дали не тот учебник, или ему дали не ту роль в сценке, или кого-то там, кто-то учится лучше, а не он. И он начинает, опять же, быть неблагодарным, что его учат, что его воспитывают, что ему дают какие-то знания в школе. Вместо того, чтобы быть благодарным, он начинает искать, за что не благодарить, а что найти плохого и негативного. Такой ребенок вырастает, и когда он, в принципе, они и не собираются идти работать. И очень часто таких детей родители устраивают. Но, конечно, ребенок будет, этот взрослый ребенок будет относиться точно так же и к работе. То есть он будет видеть, винить во всем коллег, будет винить во всем начальство, будет безответственно относиться к работе. И, конечно, начальник будет говорить родителям, потому что родители устроили такого ребенка на работу. И начальник будет говорить, что, ты знаешь, от твоего ребенка пользы компании никакой, поэтому извини, ты хороший друг или подруга, но мне нужны хорошие сотрудники. И, конечно, у таких людей потом не устраивается и личная жизнь, потому что они эгоисты. Мартин Лютер сказал, благодарность – самая малая добродетель, тогда как неблагодарность – самый лучше и с пороком. Почему же людям так тяжело благодарить? Вы знаете, когда человек благодарит, это значит, он выражает заслугу человека перед собой. И он дает возможность человеку при необходимости обратиться за помощью к себе. Но если человек эгоист, если человек гордый, то ему очень тяжело будет выражать благодарность. Эгоизм и гордость будут мешать выразить эту благодарность. И, конечно же, дети тоже не исключение из этих правил. Как раз вот из детства и растут эти ростки вот этой неблагодарности, когда дети не благодарят, и когда дети не учатся вот этому ценному дару благодарности. Человек благодарит,
когда человек благодарит, когда он думает о другом человеке с добром, когда он хочет это добро выражать и сам. То есть он умеет и принимать, но он умеет и отдавать это добро и эту любовь, когда человек благодарный. Что же такое эгоизм? Детский эгоизм это человек думает о себе больше, чем о ком-то. Человек думает только о том, чтобы ему было хорошо. Человек думает о том, чтобы только для него все было. Он на первом месте. С малых лет ребенок привыкает, что он в центре внимания. Его кормят, его одевают, когда он плачет, сбегают со стены его крик. И часто мы замечаем, что ребенка не удовлетворяют. Ну, его удовлетворяют не природные потребности, а его капризы. То есть до 3-летнего возраста эгоизм у ребенка это, ну, вполне естественное явление. Он заинтересован только в том, ребенок, чтобы ему было комфортно, чтобы ему приносило удовольствие. Он не нуждается еще до 3-летнего возраста, не нуждается еще в общении со сверстниками. И вот часто я работала няней, часто замечаешь песочницы, когда там карапузы играют, и ты не докажешь ребенку, не расскажешь, что, ну, дай, например, эту лопатку или дай это ведерко Васе или Маше. Нет, ребенок ищет свои игрушки, он все собирает, и не дай бог, кто-то возьмет его машинку, там плащ стоит на всю детскую площадку. Вы, наверное, тоже это замечали. Но когда ребенок подрастает, после 4 лет уже он начинает, у него есть потребность в общении с другими детьми. Он уже ну, не концентрируется только на себе, на своем я, а он учится уже делиться, он учится находить какие-то там компромиссы в играх, они начинают уже общаться с другими детьми. И, но если мы как родители не обращаем внимания на проявление детского эгоизма в это время, то ну, ребенку будет очень тяжело, потому что ну, такие дети не смогут общаться со своими сверстниками ну, без таких вот утверждений. Ну, такой ребенок говорит, знаешь, если ты мой друг, то ты должен мне уступить. У него даже не возникает мысли, что если этот его друг, значит, если это мой друг, значит, я должен уступить. То есть, вот давайте мы с вами рассмотрим такую привычку, да, или такую вот грань, как себялюбие. Почему у ребенка возникает или взращивается себелюбие, да? Ну, что такое себелюбие? Себелюбие – это забота только о себе. Это о себе любимом, о своих интересах. Это тот же эгоизм. Часто дети в маленьком возрасте говорят, я лучше всех бегаю, я лучше всех рисую, там, я самый красивый, я лучше всех пою. И очень часто мы как родители это ну, поддерживаем. Очень часто
мы не остаемся, ну, равнодушными вот к этой радости ребенка. Мы хвалим ребенка, мы его превозносим, ну, перед сверстниками, перед остальными членами семьи. Часто, ну, рассказываем, какой наш ребенок одаренный, какой наш ребенок умный. Но часто мы не замечаем, что это и есть рождение себелюбия. Например, если ребенок идет, если ребенок идет в садик, да, и такой ребенок привык, что он лучше всех, но первый, второй день постоянно оканчивается плачем. Почему? Потому что в садике ему не говорят, что он самый хороший. В садике все дети, ну, равны друг перед другом, и кто-то лучше, кто-то в чем-то что-то лучше делает, кто-то лучше бегает, кто-то лучше рисует, кто-то... А такой ребенок привык, что он только лучший. И, ну, все внимание он не уделяет, и поэтому крики, истерика и требует, чтобы забрали домой, и больше не хочет идти в садик. То есть мы своим вот этим похвалой, мы своей вот этой чрезмерной любовью мы ребенка вырастили такого эгоиста и влюбленного в себя. Конечно, нужно хвалить ребенка, потому что, вот как сказано, да, Бенджамин Джонсон сказал, что похвалы, подобно золоту и алмазу, имеют цену лишь тогда, когда они редки. То есть хвалить ребенка нужно, потому что это, ну, одна из потребностей для роста ребенка, но нужно это делать свое время и умело, то есть иметь похвалу, преподнести ребенку как доброе, как внимание, как знак того, что чтобы ребенок развивался, а не постоянно его лелеять и растить из него себелюбца. Какие же, допускаем мы, родители, ошибки, когда выращиваем вот такого ребенка эгоиста, ребенка неблагодарного. Это когда мы, наше желание баловать детей. То есть мы детей выращиваем как тепличное растение. Когда мы все делаем для любимого своего ребенка. Когда, ну, если особенно это ребенок долгожданный, или это ребенок единственный в семье, то, конечно, мы, ну, ребенка балуем по полной программе. И вот это все, что мы за него делаем, опекаем его, охраняем его. Это потом, ну, чревато для ребенка, и он растет неблагодарным и эгоистом. Еще одна ошибка, которую допускаем мы как родители, это чувство вины перед ребенком, что не уделяем ему должного внимания. Мы часто говорим, что я ребенку дам все, чего я не имел в детстве. Я ребенку дам все, чего я был лишен в детстве. Это часто можно услышать у родителей. И я тоже такое говорила, что я лучше, ну, делаю для ребенка то, что я не имела. То есть мы стараемся компенсировать свою занятость, свою суету, свое отсутствие какими-то подарками, деньгами, одеждой. И особенно это, ну, проявляется в тех семьях, где родители в разводе, потому что каждый из родителей хочет загладить свою вину перед ребенком. И вот это вместо внимания, вместо общения, ну, задаривают ребенка подарками. Это тоже
идет неблагодарность, потому что ребенок к этому привыкает, и ребенок потом, ну, просто это как вот нужно, это должное. Еще одна ошибка родителей, которую мы допускаем, это разрешаем ребенку делать все, но не объясняем. То есть, когда мы приходим с работы, например, и мы знаем, что нельзя долго смотреть телевизор, мы знаем, что нельзя играть долго в игры, мы знаем, что ребенку это не полезно, но мы разрешаем ребенку, не объясняем его, не убеждаем его, а, ну, придя домой, уставшие, мы, ну, в принципе, не утруждаем себя. Может, ну, проще сказать, выключи немедленно, поругать ребенка, ну, а не сесть и убедить его и объяснить ему. Или, например, очень часто мы сталкиваемся с тем, что дети в магазине закатывают истерику, например, что-то, чтобы что-то родители купили, да. Это манипулирует дети нами. Но вместо того, чтобы объяснить ребенку, мама сдается, покупает то, что он хочет, ей неудобно перед покупателями, перед продавцами, и она быстрее покупает ему то, что он хочет, и уходит. Это тоже, ну, мы разрешаем ребенку, мы не объясняем ребенку, а мы просто идем у него на поводу. Он нами манипулирует, и, естественно, это опять же приводит к чему, что ребенок просто считает это, что так и должно быть. Очень часто родители просто не знают о тех последствиях, которые могут привести, если ребенка, ну, чрезмерно опекать, если ребенка захваливать, если ребенка баловать. И это тоже ошибка родителей, потому что наше невежество, наше незнание приводит к тому, что часто вырастает ребенок эгоист. Еще одна ошибка родителей, когда мы взращиваем дома маленького тирана. Ребенок растет, он, когда он маленький, он нас забавляет, мы его опекаем, мы его балуем, но ребенок растет, привыкает к этому, и он становится самым настоящим тираном, потому что он манипулирует, потому что он требует, потому что требования с ростом ребенка растут, и уже в детстве, если нужны были игрушки, то потом дорогой фотоаппарат, дорогой телефон, компьютер, дорогие вещи, и безобидные наши ребячьи «хочу» превращаются просто в вымогательство. Дети просто не учатся считаться с положением родителей или с положением семьи, они просто принимают заботу и опеку родителей как должное. И, конечно же, это, ну, обижает родителей. И очень часто родители не могут понять, почему дети растут такими, ну, чёрствыми, такими эгоистами, такими жадными. И мы должны понять, что это мы, родители, ну, выращиваем таких людей. Когда ребенок вырастает, вот эти черты уже становятся, ну, чертой его личности. Такой ребенок думает только о себе, и вот эта привычка думать порождает чёрствость, порождает вот эту неблагодарность. Ребёнок тираном не рождается. Ребёнок становится им, когда он, вот каждый раз, когда ребёнок проверяет границы дозволенного у родителей, он, ну, как бы захватывает все больше и больше территории, вот эту территорию, как пластилин, как захватчик, то есть вот хочу и все. И для
родителей, он, ну вот, на малейшее какое-то, ну, отрицательное нет родителей, он устраивает истерики, он закатывает эти истерики, он шантажирует родителей, то есть тираном становятся, и они не любят делать, например, что-то в доме, то, что им не нравится. Потому что, ну, любая работа, которую родители дома просят сделать детей, требует там какого-то терпения, какого-то навыка какого-то. А такие дети, ну, они не делают ничего, чтобы помочь родителям, чтобы сделать что-то для родителей или подумать, что родителям или кому-то членам семьи тоже нужна забота и опека. Нет, они думают только о себе. Только родители ответственны за то, чтобы прививать детям благодарность. То есть только мы, родители, ответственны за это. Именно в семье рождается ребенок, рождается вот это взаимопонимание, рождается благодарность. Если мы, родители, научим этого своего ребенка. Это не школа, это не улица, это не бабушки, дедушки. Это зависит именно от нас, от родителей. Для того, чтобы воспитать благодарного ребенка, нужно не идти у него на поводу, нужно быть ответственным, нужно хвалить ребенка в свое время, как мы уже с вами говорили, то есть не постоянно ну, захваливать его, а нужно, когда нужно наказывать, когда нужно похвалить, давать ребенку самостоятельно делать что-то, давать ребенку брать ответственность за что-то, потому что часто мы идем на поводу у ребенка. Например, если ребенок садик идет, да, и мы сами ему застегиваем курточку, мы сами ему завязываем шнурки, мы сами, и часто если мы, ну, бывает такое, что, например, прибежали, опоздали в садик, и мама говорит, вот мы долго одевались, вот мы долго то, мы не хотели кушать, или мы не хотели там куда. То есть, ну, как бы родители снимают себя ответственность и, ну, передают всю эту ответственность, делят с ребенком. Но на самом деле мы, родители, должны брать ответственность только на себя. Давайте мы сейчас с вами пройдем небольшой тест. Есть только два ответа, да и нет. Я вам буду читать вопросы, а вы себе будете отмечать, да или нет. Вопрос первый. Мой ребенок не всегда или очень редко говорит мне спасибо. Я чувствую, что он принимает от меня все как должное. Мой ребенок не всегда или очень редко говорит мне спасибо. И я чувствую, что он принимает все от меня как должное. Второй вопрос. Мой ребенок больше требует, чем просит или спрашивает. Да или нет? Третий вопрос. Иногда я ловлю себя на том, что мой ребенок меня использует, особенно когда ему надо что-то получить. Да или нет? Четвертый. Бывает, что я захваливаю моего ребенка, говорю ему, что он лучше всех. Да или нет? Пятый вопрос. Купи, принеси и хочу. Эти слова я слышу от своего ребенка чаще, чем спасибо, и я тебя люблю. Да или нет? Шестой вопрос. Иногда я чувствую вину за то, что не уделяю своему ребенку должного внимания и отступаюсь тем, что удовлетворяю его прихоти и желания.
да или нет. Шестой вопрос. Иногда я чувствую вину за то, что не уделяю своему ребенку должного внимания и отступаюсь тем, что удовлетворяю его прихоти и желания. Седьмой вопрос. Я бы хотела, чтобы мой ребенок уважал меня, прислушивался к моим советам, а не диктовал свою волю и желание. Да или нет? Восьмой вопрос. Моему ребенку трудно взаимодействовать с другими детьми из-за нежелания уступать и стремления занимать только лидирующие позиции. Моему ребенку трудно взаимодействовать с другими детьми из-за нежелания уступать и стремления занимать только лидирующие позиции. Да или нет? Девятый вопрос. Чтобы смотивировать ребенка, я прибегаю к подкупу и уговорам. Да или нет? Мой ребенок в большинстве ситуаций ведет себя как эгоист и собственник. Да или нет? А сейчас я вас прошу, чтобы вы подсчитали свои «да». И я вам зачитаю результаты теста этого. Если у вас 8-10 ответов «да», в жизни вашего ребенка эгоизм и неблагодарность проявляются очень часто. Из-за этого возникают проблемы с послушанием в отношении с другими людьми. Причиной этому послужило ваше попустительство, отсутствие правил и дисциплины. Не отчаивайтесь, в этой книге вы найдете подсказки, как изменить существующее положение и улучшить поведение вашего ребенка. Если у вас 5-7 ответов «да», степень развития эгоизма и неблагодарности у вашего ребенка находится на уровне привычки. Ребенок может проявлять неблагодарность, действуя автоматически, не задумываясь о последствиях. Но у вас есть все шансы изменить это, так как эгоизм еще не полностью коренился в жизни ребенка. Чтобы побороть этот недуг, вам, как родителю, необходимо во многом меняться, не допуская развития и закрепления детской неблагодарности. Если у вас 2-4 ответа «да», ваш ребенок еще не до конца испорчен такими пагубными явлениями, как эгоизм и неблагодарность. Старайтесь не допускать и малейших их проявлений. Ребенок уже изучил ваши слабые стороны и будет всячески добиваться желаемого. Не поддавайтесь детским манипуляциям, это не поможет в решении вопроса воспитания. Если у вас 0 или 1 ответ «да», поздравляю, у вас получается воспитывать ребенка, обходя острые углы под названием эгоизм и неблагодарность. У вас есть правильная родительская позиция. Это не позволяет ребенку управлять вами. Мы сегодня с вами работали по такой книге, и тесты были из этой книги, как правильно воспитать детей. Эту книгу вы можете приобрести. Я вам сейчас, это книга Университета жизни, и здесь еще раз вам расскажу, что здесь шаги типичных ошибок родителей. И мы с вами будем проходить, как какие ошибки мы допускаем вообще в жизни, к чему это приводит и как это можно исправить. И если вы хотите приобрести такую книгу, вот здесь мои данные, вы можете добавить меня в Skype или позвонить по телефону, и в Университете жизни вы можете приобрести эту книгу. И давайте я вам сегодня, как и прежде, задам ее на дом. Чтобы вы подумали, у вас есть дети, и, может быть, вы готовитесь стать родителями. И давайте вы подумаете, как в детях может проявляться детская неблагодарность и эгоизм. Подумайте об этом, исходя из нашего сегодняшнего, из нашей сегодняшней онлайн-конференции. И ответьте на вопрос, почему дети могут быть себелюбивыми и даже становятся маленькими тиранами. Если вы будете размышлять, если вы будете думать над этими вопросами,
Я верю, что вы обязательно будете получать ответы, вы обязательно будете думать о том, как правильно воспитывать детей, и мы обязательно будем проходить с вами все шаги, которые нужно нам, как родителям, убрать свое невежество, убрать свое незнание, чтобы мы с вами проходили эту школу для родителей, чтобы мы правильно воспитывали своих детей. Я вас всех благодарю. Спасибо за то, что вы были со мной. Вы очень благодарная аудитория. До следующего четверга, следующий четверг, 10 часов, мы с вами снова встречаемся в нашей школе для родителей. Спасибо.